около полуночи с 26 на 27 число, то есть позавчера, я приехал домой, заехал в ворота, развернулся, припарковал автомобиль. Пока взял продукты, ну, пакет с продуктами, собрался идти домой, на меня неожиданно из темноты выскочили трое крепких парней выше меня ростом с бейсбольными битами. И в течение, не знаю, 10-12 секунд нанесли мне где-то около 20 ударов. Сначала старались бить по голове. Когда достигли результата, я дезориентировался, так слегка потерял сознание. Вот. Чувствовал, что меня прижали и били по спине. Сначала я, естественно, не придал этому значения. Ну, что конкретно не били? Ну, били. Вот. А потом как бы уже стало очевидно, что мне набили букву Z на спине. После того, как бить практически закончили, я собрался силами, оттолкнул одного из троих, перескочил через капот машины, запрыгнул в автомобиль, где у меня мексиканское сельскохозяйственное оружие лежало, мачете. И уже выходя с мачете на них, они поняли, что надо бежать. И убежали. Варианты есть по бизнесу. Я расхожусь с партнерами и не самым как бы дружелюбным способом. Есть у нас кое-какие разногласия. Вот. Но на следующий день приехал ко мне мой друг хороший, сотрудник правоохранительных органов тоже. Когда он посмотрел, что у меня, какая у меня гравировка на спине от этих бейсбольных бит, он мне сразу объяснил, что не надо вешать, было тогда плакат. Вот. Поэтому как бы и получил. То есть у него уверенность такая, что это напрямую связано с... А это вы повесили? Да, это я повесил. Почему? Ну, разделяю политику руководства нашей страны. Не всю, конечно. Там в плане налогового законодательства есть у меня кое-какие вопросы. Но в общем... Вот. И также у меня друг служит, командует полком на Донбассе, воюет. Я с ним постоянно общаюсь, переписываюсь, жду его в гости на днях. Ну вот решил его таким образом встретить, поддержать. Потому что чувствую, что ему всегда нужна поддержка, пока он там находится. И, ну, в общем, как-то так. Если это все-таки связано, вот это нападение с избиением и вот то, что вы баннер повесили, вы вот, ну, жалеете о том, что так сделали? Жалею только о другом, что мой автомобиль в ремонте. Я и взял в аренду маленький нескоростной автомобиль и жалею только о том, что их догнать не смог. Вот. На своем автомобиле бы на Ранчроре я их точно догнал бы. Угу. Больше ни о чем не жалею. Ну, я смотрю, вот уже прошло несколько дней, все еще у вас висит, вы не боитесь повторения? Не, ну теперь я принципиально это не сниму. Угу. Я как бы смерти. А вот сейчас машина подъехала, я вот стою, думаю, а вдруг сейчас там люди в маске. Сотрудники полиции. Это не, полицейские? Ну я вижу номера ММЭ. Я думаю, это все-таки правоохранительные органы. Угу. Они, может быть, вам как раз по этой теме что-то хотят? Я думаю, по этой теме, да. То есть полиция работает. Выясняет. Да. Хорошо бы это все к результату привело. Потому что, честно говоря. Какого вы наказания бы для них хотели? Все согласно законодательству, в правом поле, как посчитает нужно, так их наказывает. Угу. То есть, если это какие-то там террористы, как их правильно назвать, да, таких людей, ну, соответствующей статьей. Если просто хулиганы, ну, значит хулиганство. Я не собираюсь ничего ни лоббировать, ни никого ни о чем просить. Как процесс идет, так пусть идет.